Всем привет, с вами Джейсон Мич. Сегодня у нас с вами реакция на Торнхилл. Мне как-то однажды скинули их альбом, и он мне довольно сильно понравился. И я вот решил сегодня посмотреть клип на новый трек. Да, Торнхиллы спустя год выпустили новый сингл. Честно говоря, думал, надо будет ждать чуть дольше. Ну, я рад, что у них идет продуктивность. И мне, кстати, интересно, развивать ли они дальше то, что они начали на Хероин. Ну, типа, прошлый альбом был довольно интересный. Как эксперимент и как альбом, собственно, он очень даже хороший. Мне было бы интересно узнать, что же из себя представляет сегодняшний трек. Да, сегодня послушаем Viper Room, собственно, новый трек Торнхилл. Для кого-то долгожданный, ибо группа о нем сказала довольно давно. Зачем, непонятно, но да ладно. Тоже как хайп, хорошая штука. Вот. Что еще сказать? Ну, давайте приступим к прослушиванию, а там я уже скажу свое мнение и по альбому прошлому, и по треку, собственно. Как-то резко. А чё, качает? Чтение продолжает то, что делал героин. Молодцы. Прикольный звук. Ненавижу такие моменты, когда резко песня обрывается. Ну, когда приходишь в школу, самое то.
именно на такие тусовки я хочу ходить. Казанова, кстати, похоже. Зачем тебя убила? Хороши тут гитарки. Так, послушали мы трек группы Thornhill. Я просто в офиге, он мне понравился. Потому что, ну, не знаю, мне кроме Казанова особо с того альбома ничего-то особо не понравилось. Я не ценитель такой музыки. Но тут мне все прям понравилось. Хороший припев запоминающийся. Здесь очень хорошая атмосферка. Тут гитарки просто вкусные, офигенные, просто безупречные. По-моему, на прошлом альбоме не было особо упора на гитару. Скорее, был упор на вокал. А здесь прям очень хорошо сведены гитарки. И мне это очень-очень даже нравится. Насчет клипа... Да хз, что там творилось. Вообще, что-то творилось, я музыку слушал, мне это пофиг на клип. Ну да, парни как всегда молодцы. Что сказать еще? Я с нетерпением буду ждать следующих их синглов, и мне было бы интересно узнать, куда дальше это приведет, ибо, по-моему, очень круто, что они решили выбрать именно такое направление. Им это даже на пользу. Я, конечно, слушал их позапрошлый альбом, но в нем были тоже свои грехи, так сказать. Как говорится, не без косяков, да? Вот. Прошлый альбом, он был хороший, но в некоторых моментах он немного даже затянутый. Да, вот. Но скажу, что мне очень даже понравилось. Я не сказал бы, что я фанат, но это очень классно звучит. Вот. Что сказать еще по Thornhill? Да блин! Все нравится, все охрененно. Просто бенгер-бенгер, серьезно. На Казанова похож. Казанова мне очень понравился, кстати. И вот такого звука я, собственно, и хотел услышать. И я услышал. И я рад. Вот. Че? Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в комментариях, потому что я не знаю, как сделать эту чертову разовую проверку. И как наконец-то сделать так, чтобы мои комменты можно было кидать ссылки. Поэтому пока, если у вас есть возможность, переходите в комментариях и добавляйтесь в мой ТГ-канал. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. А также не забывайте предлагать свои песни на реакции. Да, все в ваших руках. Все, давайте. Удачи, всем пока, слушаем Thornhill, не забываем подписываться на них Spotify. Жду вас на ТГ-канале.